Сегодня утром губернатор Хабаровского края встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь Баин Чаалу. Он занимает должность, равноценную губернаторской в нашей стране. Вместе с ним в Хабаровск прибыла большая делегация как представителей органов власти, так и бизнесменов из Поднебесной. Их цель – налаживание делового сотрудничества в сфере прямых инвестиций, торгово-экономических связей и развития туризма между Хабаровским краем и провинцией Цзилинь. Китай и Россия являются соседями, партнерами, единомышленниками по основным международным и по основным межрегиональным вопросам. Китайская сторона заинтересована в освоении территории опережающего социально-экономического развития, обмене технологиями и экспорте энергоемких природных ресурсов. Одним из первых шагов на пути установления долговременных связей Хабаровска с провинцией Цзилинь станет открытие регулярного авиасообщения между дальневосточной столицей и центром провинции городом Чанчунем. В том, что правительство нашего региона выполнит все договоренности, гости из Поднебесной не сомневаются. Вы являетесь авторитетным губернатором среди губернаторов Дальнего Востока. Под вашим руководством за последние годы социально-экономическое положение Хабаровского края значительно улучшилось. Особенно в прошлом году, когда был сделан большой объем работы для преодоления последствий крупного наводнения. А также здесь реализован антикризисный план. Намерения о сотрудничестве стороны подкрепили подписанием итогового документа и обменом символическими подарками.